Что ж, сегодня у нас путешествие на Ферринги Хиллс. Хиллс. Ферринги Хиллс. Ага. Так. Но вот эту дорогу мы сразу не нашли, нам ее показали. Потому что она скрыта. Такое ощущение, что она там находится на частной территории. Так. Ну вот здесь вот от этой таблички надо повернуть налево. Дальше уже покажу. Так, мы доходим до перекрестка. Нам надо дальше туда прямо, вот где реклама висит. И там уже налево надо будет повернуть. Вот будет эта оранжевая вывеска. Куранган Ладжу. Здесь дом строится. Нам дальше прямо. Строителей много. Может быть, им шум это как-то. Они, может, привыкли, что шум инструируется с людьми. Наверное. Они ведь людей не убегают. Может, и не так. Но это лучше. А вот и место, которое в прошлый раз мы просто мимо прошли. Потому что думали, что здесь частная территория. А ну здесь не частная территория. Вот у этой таблички надо повернуть направо. Дарк, что ли? Да похоже. Вот сюда надо повернуть. А здесь вот как раз люди. Куда? Куда-то сюда. Ну. А, здесь вроде бы. Вот эта тропинка, которую, в принципе, наверное, и сложно было заметить. Но теперь-то мы ее знаем. Смотри, бананы и цветок. Где? А, да, вон бананы и цветок. Офигеть. Кто не знал. Типа они здоровые, бананы. О, еще один висит. Банан все снят, а цветок оставлен. А в это, а в Бангкоке наоборот. А, не, вон там еще бананы висят. Интересно. А вот и лесенки, по которым придется мучиться. Мужчина, да, говорил. Степ бай степ. Шаг за шагом. Хорошая трасса. А где мы там были-то в это? Тигры. Храм пещеры тигров, но там ступеньки-то были покруче. Да, есть такое подозрение. Веселушка будет. Кстати, это было? По-моему, я по фоткам посмотрела. 25 марта, сегодня 25 апреля. Ага. Месяц прошел, можно. Ага. Месяц прошел. Не знаю, по-моему, это место. Если бы нам не показали, не смогли бы мы его найти.
Вон мы вот оттуда вот так прошли вдоль вот этой сооружения. Фух. Мы вчера повстречались с хозяином кафе «Энка», в котором часто кушаем. Вот он нам и показал эту тропинку. Смотри, собака. Да, она тоже тебя боится. Thank you. Не знаю, наверное. Отдыхать не хочешь? Хочу, давай. Да. Еще чуть? Ну, давай здесь. Да, поставим.